Ну что, мешок? Подводи. Оно может уйти. Это Хариус. Это Хариус. Я спит лошадь мелко. Батя. Ты снимаешь хоть? Не знаю. А там включено, смотри, квадратик-то есть. Ну вот, на экранчике что-нибудь есть? Камера, или он голый? Камера нарисована. Ну все, значит, идет. Вот. Только что Виталик, ну, не без помощи товарища, такого-то Хоризонка взял. Изловили таки кивошечку. Пять раз она меня тут хваталась. С пятого раза только смогли ее достать. Нормалеус. Сфотографировали ее. Чуть ближе подойти. А ну пошел нахрен! Эч! Пошел давай! А ну давай! Видишь, какой тут, блин! А ну давай! Проваливай дальше! Неугомонный-то наш. Вот у меня. Это мы оплываем лопату. Вон там старый мост. Ехали, вот видел. Еще одна килошечка сегодня. Виталик боролся с ней. Ну, в смысле, под саком ей бил по морде. Несколько раз. Я не знаю, как вовле работает. Гол просто. Вот вот. Надо еще только пока перестань баловаться. Под сак ушел. Ладно, хоть не спиннинг. Эх, под сак.
Ну что, понеслись там, я пойму, может быть еще есть, но а чтобы там не получилось. Весь мост. Переходи, переезжай, не хочу. Вот здесь перейдем, давай. В полном составе. И вот так и принесло. Надо было так мост сюда, весь в сборе. Виталик поймал гиганта. Ты только хотел отплыть. Ну что, целуй, Виталик, щуку-то. Целуй. Вот так вот. Щука. Щука с руку. С детскую, правда. Впереди нас ждет еще один завал. Часть моста. По нему ездили еще долго.
А как мы его преодолели, никому не покажем. Щука. Вот. Это оттуда сюда. Вот сюда. Вот, да? Вот плиты лежат. Надо на них заехать. А потом с них. Да. Потом с этих плит туда. Потом надо заехать вот сюда. Да нет, не так. Прикольненько, да. Там хмель у него растет на крыше.